Друзья, всех приветствую вас на своем канале Деревни Подмосковья, и меня зовут Алексей. Недавно у меня случилась беда, у моей бензокосы, а точнее триммера, оторвался кожух. Я поехал на рынок, стал искать, мало того, что кожухов нигде нету, так плюс еще они стоят там 500-700 рублей. Я, честно говоря, расстроился, не знал, что делать, но в конечном итоге понял, что можно взять маленькое сверло, в моем случае это 2 мм, и взял небольшой саморезик. По толщине он 4 мм. Сделал небольшую дырку, длина самого самореза, нержавейка, где-то, по-моему, там... порядка, может быть, сантиметра, может быть, чуть меньше. И просверлил 2-миллиметровым сверлом, сделал отверстие в штанге и чуть-чуть сбоку завинтил данный саморез. И, друзья, вы чудо, у меня теперь все работает, траву не задевает. Поэтому не спешите выкидывать триммер, не спешите выкидывать кожух. В принципе, можно починить, это на самом деле не так сложно. В любом случае, пользуйтесь и не благодарите. Спасибо, что посмотрели мое видео. Всем пока!